тут реально Happy Meal Carton, какая-то панда Вэйта, видите? Господи, просто посмотри, ты видишь это Happy Meal Carton Cat? Господи, панда! О, господи, Настя, это Cartoon Cat. Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис, и бро, срау уже, просто срау уже, бери подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь, блин, ты же знаешь, придёт время, Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что, бро, скорее вступай в мою Суприм Банду, чтобы снимать себе поди на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И также, банда, подписывайтесь на ее ТикТок, ссылка в описании. О, банда, то, что сегодня я хочу сделать, это просто жесть. Сегодня я хочу купить обычный Happy Meal в обычном Макдональдсе только в 3 часа ночи. Ходит легенда, что в 3 часа ночи в Макдональдсе открывается скрытая вкладка, где мы можем купить какой-то мистический Happy Meal. К примеру, банда, сегодня я покупаю Happy Meal Cartoon Cat, а там даже есть Happy Meal Сиреноголового, Happy Meal Говорящего Тома. Только представьте, что там может быть. Так что, банда, сегодня я просто обязан купить Happy Meal Cartoon Cat в 3 часа ночи, посмотреть, что там будет. Просто представьтесь, там будет игрушка Cartoon Cat, ведь это Happy Meal. В Happy Meal всегда должна быть какая-то игрушка. Тем не менее, банда, сегодня мы это проверим. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Окей, банда, надеюсь, вы готовы. На часах уже 3 часа ночи. Пришло время заходить в Макдональдс и заказывать этот Happy Meal. Если честно, банда, слабо верится, что в каком-то Макдональдсе может быть какой-то мистический Happy Meal. Тем не менее, банда, на Западе уже все про это снимали. Давайте мы сегодня проверим, и правда будет в Макдональдсе Happy Meal Cartoon Cat. Окей, банда... О, господи, черт, мне просто не верится, посмотри на это. Тут реально есть Happy Meal Cartoon Cat, панда Вэйта, видите? Он реально существует, черт. 30 ночи реально открылась скрытая вкладка Happy Meal Cartoon Cat. Это просто жесть, господи. Окей, давайте посмотрим, что ходит внутренности. Окей, панда, тут у нас всего лишь есть один Happy Meal. В него ходит бургер стандарт, фри маленькая, я, напиток человеческий фреш. Что это значит? Окей, тем не менее, посмотрите, игрушка Cartoon Cat. Это просто жесть, Суприм Банда. Я уже хочу купить и проверить, как же оно все будет. Окей, банда, оно стоит целых 159 гривен. Это очень большие деньги за Happy Meal. Окей, тем не менее, банда, давайте уже его купим, посмотрим. Окей, банда, все, я заказал. Что ж, тем не менее, меня немного смущает это человеческий фреш. Зачем это вообще? Что это такое, банда? Окей, тем не менее, банда, ждем теперь, когда мне позвонит курьер. А вы, Суприм Банда, если вдруг хотите увидеть еще другие Happy Meal, такого как Сиреноголовый, Говорящий Том, так что скорее ставьте лайк, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я куплю новый Happy Meal, к примеру, Сиреноголового. Так что будет скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти, пиши нам директ, ведь мы, банда, отвечаем вам всем, так что скорее подписывайся на замок, пиши нам директ и все, жди, уже совсем скоро мы ответим именно тебе, а мы тем временем, банда, ждем, что будет дальше, погнали! О, господи, Настя, курьер звонит, о, господи, окей, давай возьмем трубку. Добрый день, я курьер вашего заказа Happy Meal с Макдональдс, я не могу проехать к вам, я пробила колесо на велосипеде, можете забрать доставку? Да, конечно, только скажите, где вы находитесь. Вы уже подъехали хотя бы где-то к нашей улице? Алло? Я за поворотом к вашему дому. Пожалуйста, придите, заберите Happy Meal. Хорошо, но где именно за поворотом? Что это было, Настя, ты это слышала? Да. Это просто жесть. Она просто плакала, но почему? Неужели это все сделал Cartoon Cat? Ах, если быстрее идем, нужно ей помочь. Господи, банда, это просто жесть. На часах 3 часа ночи, а мы идем к курьеру, которого вообще не знаем. Тем не менее, банда, у нее явно какая-то проблема. А я думаю, что это все сделал Cartoon Cat. Ах, я надо забыть это здесь. О, Настя, она там, быстрее идем. О, добрый вечер. Это вы, курьер? Окей, отлично, а где ваш велосипед? Я так понимаю, это мой заказ, да? Окей, отлично, спасибо. Что с меня? Эй! Что с ней? Не знаю, но мне кажется, нам тоже нужно уже валить отсюда. Как думаешь, что это было? Не знаю, но это просто жесть! Почему она вообще в черном пакете, а не в фирменном пакете Макдональдса? Окей, тем не менее, я думаю, что уже пришло время ее открыть. Это просто жесть! Она либо сумасшедшая, либо ее кто-то запугал. Окей, Суприм Банда, тем не менее, давайте откроем уже это. Просто посмотрите, я реально в шоке, что оно просто пришло в черном пакете. Окей, тем не менее, господи, я очень сильно переживаю, черт. Меня прям немного даже потрушит после того, что мы увидели. Окей, Суприм Банда, господи, как же стрёмно, черт. О, господи, просто посмотри! Ты видишь это Happy Meal Cartoon Cat? Господи, нам все-таки доставили то, что мы просили! Я до последнего не верю, что нам доставят именно это! Тем не менее, банда, просто посмотрите, господи! Это реально Happy Meal Cartoon Cat, банда! О, господи, с другой стороны, это тоже стрёмное! Окей, тем не менее, банда, мы все-таки получили то, что хотели! Думаю, что мы его сегодня точно откроем! Окей, это еще не все. О, господи, посмотри! Вот этот напиток, Настя, посмотри на него, черт!
О господи, что это такое? Оно выглядит как самодельное, черт! Просто жесть, увидеть это банда! О, там что-то есть, какая-то жидкость! Это похоже на тот самый человеческий фреш, но что там? Там что-то красное, ты видишь это? Да. О господи, банда, это кровь! Вы видите, это просто жесть, черт! Давай это откроем, посмотрим, господи! Просто жесть, супербанда, посмотрите! Там реально что-то очень похожее на кровь! О господи, как я это вылью! Просто жесть, посмотрите, банда! Просто посмотрите на это! Она просто закушая! Этой крови уже кто знает сколько лет, просто жесть! Мне в это все не верится, господи! То есть Cartoon Cat кого-то убил, и вместо обычного напитка Макдональдса налил туда кровь! Только вдумайтесь, 3 часа ночи нам реально доставили это! Теперь я понимаю, почему эта девушка была так запугана! А я, тем не менее, банда, теперь остался только этот Happy Meal! Господи, банда, это такая жесть! О, черт, фу! Оно воняет, господи! Окей, давайте уже его откроем! Черт, что там такое? О, господи, как же оно воняет, черт! Я не понимаю, что это такое какой-то тухлятина, Настя! Черт, это просто жесть! Окей, давайте его откроем, достанем, что там? О, что-то есть, это просто жесть! О, господи, банда! Это игрушка Cartoon Cat, и посмотрите на это! Это просто жесть, господи, какая же она стрёмная! Вы это видите, супербанда? Она, походу, какая-то самодельная, просто жесть! О, господи, окей, мы получили игрушку, но что такое понять, жесть! Окей, давайте посмотрим, что там еще есть! У нас там будет еще картошка фри! О, господи, что это такое, черт! О, господи! О, посмотри! Что с ней не так, черт! Как будто просто Cartoon Cat наломал палочки и положил туда! Посмотри на это! Почему оно такое самодельное? Это что, сделал сам Cartoon Cat или что? Что это такое, господи? Нам что, придется это, если типа наша картошка фри или что? Просто какие-то наломанные сухие ветки, это просто жесть! Окей, наставим, там еще есть! О, блин, как оно воняет, господи! Окей, я пытаюсь... О, черт, это оно! Что это, там бургер, банда? О, просто жесть! Окей, давайте это откроем, господи! Как же оно воняет какой-то тухлятиной! Как будто кого-то убили, положили туда, черт, просто жесть! Господи, как же оно воняет! Просто жесть! Что там такое, супербанда? О, господи, это котлина что, сделана с человека или что? Почему он так воняет, такая тухлятина? Просто жесть, банда, посмотрите! О, господи, там мясо человека! Cartoon Cat убил какого-то человека, налил туда кровь, а после чего залил его, просто положил сюда! Просто представьте себе, это кто-то съел, это было просто жесть! Господи, как же оно воняет, черт! Окей, нужно от него срочно как-то избавиться! Это реально человеческое мясо! Зажаренное человеческое мясо, просто жесть! Окей, там больше ничего нету, посмотрите, видите? Господи, банда, просто жесть, то, что нам доставили! У меня прям мурашки по коже, черт! Что если бы реально это сказал какой-то ребенок и съел его, чтобы тогда было? Окей, тенее, банда, хорошо, что мы оказались на этом месте! Просто посмотрите на эту игрушку! Здесь была реальная игрушка Cartoon Cat! Просто посмотрите, какая она стрёмная, банда! Она вся такая черная, гибкая! Также посмотрите в глаза Cartoon Cat! Они даже в игрушку уже пропитаны какой-то злостью! И просто это все не верится, супербанда! Это реальная игрушка Cartoon Cat, господи! Окей, тем не менее, супербанда, вы видели, что мы заказали, увидели все это. Я не понимаю, как вообще Макдональдс допускает, чтобы у них продавались такие игрушки, такие хэппи милы. Возможно, Cartoon Cat их как-то пугает или что, я не знаю, что вообще происходит. О, черт! Что произошло, куда делся свет? О, господи, где-то здесь был фонарь. О, черт, просто жесть, супербанда, вы это видели? Только что пропал свет, уже начала происходить какая-то мистика. А куда делась игрушка? Она же была где-то здесь, Настя, ты видишь это? Ее просто нету, где она, черт? Просто жесть, супербанда. Куда-то пропала игрушка, что вообще происходит? Слышала это? Да. О, господи, окей. Ведем только тихо. Слышай, супербанда. Господи, как же страшно. Чего? Господи, Настя, только тихо. Что если такое тут Кэт? Хорошо. Не, Настя, это Cartoon Cat. Не очень страшно. Я тоже. О, господи, Настя, ты это видел? Ты был Cartoon Cat. Я просто в шоке. Окей, сиди здесь, я пойду с ним разберусь. Только ни в коем случае туда не иди. Это просто жесть, господи. Окей, эй, киса! Кс-кс-кс! О, черт, просто жесть! Господи! Ай! Ай! А! Ай! 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 Черт! О, господи, я не могу так! Черт! О, господи, он мне поцарапал, Настя! О, просто жесть, как же оно блинище здесь! Господи, этот кот реально сумасшедший! Он как-то ожил из игрушки! Это просто жесть, сначала это была игрушка, а потом он как-то ожил! Просто жесть, Настя, черт! Я не знаю, он куда-то просто пропал! Это такая жесть, супербанда, его уж там нету! О, господи, идем скорее сюда! Я после того, как его ударил, куда-то делся! Он бы сначала тут, потом его ударил скейтер, он куда-то пропал! Эй, Cartoon Cat, ты здесь? Окей, его вроде бы нигде нету, Настя!
Кэт! Его нигде нет у нас, это просто жесть. Это было не животное, это был уже какой-то монстр. Это просто жесть, супрембата, мне все еще в это не верится. Игрушка просто ожила. Господи, как же оно болит. Я очень надеюсь, что оно уже пройдет до завтра. Окей, супрембата, тем не менее, сегодня мы очень сильно рисковали нашей жизнью. Если вы вдруг хотите, чтобы это продолжили делать, то вас заказывали новые хэппи милы. К примеру, как у сиреноголового. То супрембата 10 лайков. И я прям завтра уже покупаю новый хэппи мил сиреноголового. Либо говорящего то, пишите в комментариях кого. Также бада, вот коммент из прошлого видео. Просто какие шикарные идеальные комментарии. А брось, вдруг ты будешь после следующего видео всего лишь нужно поститься ниже. Нажал лайк, колокольчик и все, брат, уже новое видео. Лайк, колокольчик, новое видео, бандит. Господи, как же оно болит, просто жесть. И помни одно, суприм бандит, оставайся таким шикарным. Пока!